Друзья, что нас ждет? Нет, меня подальше. Сколько нам еще ехать? Да часов 10, наверное, блядь. Выпускайте кракена. Мясо. Мне это все, блядь, мне не нравится, нахуй. Такой стильный. Привет. Нет, ничего. Блядь, брат мой, я так рад, что просто... Живот. Ты заходишь живот. И говоришь, мне бы что-нибудь пожрать. Бы. Живот, бросить что-нибудь. Не привет, ребят, как дела? Пожрать бы что-нибудь. Василий, ты готов? Я, конечно, всегда готов. Андрей, так, привет. С кем я не виделся? Ой. Большой член. Что вообще? Просто обгрудную такой разгрузку. Всем аппетита, месье. Здравствуйте. Сейчас и проиграл. Что-то здесь как-то много крупнокалиберных. Меня спрашивают за стиль. Готов. Люблю я такое, когда говорю, на статусе. Блядь, говорят, ты болеешь. Где от меня подальше? Все? Мне это все, блядь, давай, мне не нравится. Что нас ждет? Да? Меня ждут 1000 километров с воршливым дедом. 1100 километров 14 часов. Двигайтесь прямо 1 километр. Что такое? Брызни, блядь. Где он там с этой хуйней? Вон, вон. Кирилл, Андрей зовет. Да ты отойди подальше, ты кашляешь сейчас. Когда в следующий раз я кашляю? Ну, маску вообще надевай. Все, Андрюх, у тебя все чистоган. Чего вы переживаете? Ну, я тоже переживаю, потому что я еду к родным. Это понятно. Знаешь, за себя она вообще нифига не жалко. Он старый, что ты не обольщишь. Мне не таких чипалах тут отвешали. Вот. А за что тебе так? Не знаю, он, ему походу в кайф, блядь. Чисто вот, знаешь, как вот младшего брата пиздят, короче. Ну ты как? Блядь, подальше, нахуй, ты кашляешь. Очень красивая пуля. Сколько нам еще ехать? Да часов 10, наверное. Блядь. А навигатор мне можно? Да не, мы быстрее доедем. Я навигатор. Так сколько ехать? 3 часа. А сколько ехать? Кстати, спасибо большое представительству Range Rover. Land Rover Jaguar. Это просто ланговый дизельный рейндж. Это просто сказка. Василий, это ж наши запасы. Были ваши, стали наши. Да ни хрена, сейчас обороняться будем. Если Вася забазарил так, то сейчас да, будем комплектовать, короче. Нахер тебе комбайн, если ты сам комбайн. Какая темная скликовина, ты что там, в комментариях пишите, кто шарит. А следующая остановка — Становая Ряса. Это что такое? Увидишь. Играем в крокодила. Что это? Знаю, что. Что вот это такое? Что это за упражнение? Тяжесть. Какая? Становая. Это река Становая Ряса. Пожрать дайте. Трудно без маски. Невозможно без смазки. This is America. Don't catch you slipping now. Выпускайте кракена. Я чуть подальше, ладно, там. Уйти в тельки. Это для крупных пацанов. Все, у них забрали, короче. Забрали, иду сюда. Кашку еще, кашку забрал, рисовую. Не осталось у нас ничего. Вам ничего не надо. Друзья, что нас ждет? Андрей, ну рассказывай. Сосать-то поем или нет?
Там что такое? Рыбка? Да, и да, собаки. Наслаждаюсь веганской едой. Сколько нам еще ехать? 9 часов. Какой-то базилик, баклажан, фасоль. Горячий, блядь. Стреняшка такой вообще. Да, похоже. Да, блядь, меня тоже свиньей называют жирными, блядь. То, блядь, сейчас пишут, что худой дрищ, блядь. Да это, Андрей, всегда, блядь. Лишь бы что-нибудь сказать. Вот нам хватит, да? Ты подрабатывал мойщиком в детстве? Нет, просто я шарю за тачки. Мне нравится путешествие. Никогда не путешествовал по России. Честно? Вообще. Учишь стихотворение? Я английский учу. Как спалось? Немножечко уснул. Ты что, блядь, НКВД, что ли? Нет. Ты что тут пристал? В час ночи. Мне такая херня снилась. А я еще, знаешь, оборачиваюсь, думаю, спит, не спит. Блядь, а не видно ни хрена. Я еще этим, я уже этим, короче, ну, ремнем, короче, накинулся, чтобы не сваливаться. Не скатываться. Или тоже пристегнулся. Один раз, короче, кто-то, или, по-моему, Владо затормозил, я вылетел на полу валялся. Андрей, ну разве так можно? Что я сделал? Это вопрос. Это вопрос не к тебе был. Он сам себе. А что я бы сделал? Good morning, guys. Как ты это сказал? В общем, ну... Hey, boy, love you. Да. Hey, hey, бля. Какие-то утренние такие... Hey, hey. Это невкусно было. Это вообще сладкая жесть. Прикольно сейчас гачаичи обломали. Блинчики с чем? С мясом. Хуёво аппетита. Вообще, говорит, ни капли не храпел. Я не храпел, что ты врешь, а мама. Как ты храпишь, то хрен мама, крикнешь, Андрю. Да, даже если захочешь крикнуть, так никто не захрапишь. Ну что, познакомил он мне. Он еще улыбается, вижу, ухмыляется во сне. Я родился и вырос. Ooh, I'm like a damn fool. Хватай, подальше, ты, блядь, кашляешь. Малоежка, чё? Я ребёнку даю, говорю, вкусно. Все набрать многоежку, бога. Господа, давайте пройдем санобработку. Это маме кофейный набор, папе ножик. Есть еще китайская разная подарочная алкоголь и чай. Давай. Есть перцы фаршированные, еще бубы. Всем приятного. Аппетита. Всем анаболизма снежного, катаболизма. От компании Борг. Соковыжималка. Промышленная. Надо же. Качаться будешь. Спасибо. А это еще? А это образование могучих, держите. Вот вам ноги мять. Китайский, красный, ну или как у нас принято говорить, черный чай. Его можно заваривать. Тоже очень вкусные и качественные. Спасибо большое. Ладно, здоровья. Для Игоря. Игорь! В первую очередь вещь полезная в хозяйстве. Это очень классная норвежская фирма. Очень качественный и острый, в общем-то, для всего в хозяйстве. Спасибо. Для рыбалки 53 градуса. Понятно. Вот мы сегодня и попробуем. Она такая необычная по вкусу, но, в общем-то, для разнообразия. Ну, спасибо огромное, пойдет. Спасибо. В какой программе качаешься? Интуитивная программа, короче. Это тоже так? Я так давно за тренажером вообще не сидел. Связался с блудоманией, пиздец. Давай пожмем, да. Эти черти мне отбили весь трицепс. Ну-ка, подожди, такой. Давно эти дети играют в недетские игры. Как думаешь, правильно им качается или надо программу прописать? Нет, ну программу надо тебе прописать. Когда я смотрю на небо, я летаю. Один раз? Ух ты, черт, а?
Короче, бодибилдинг. Бодибилдинг. Интертеймер. Да! 15. Стоять в планке, упор в одну руку, в предплечье упираемся, ноги вместе. 30 секунд одна рука держит, 30 секунд другая. Тело не разворачивается. Вот оно ровно. Эта рука свободна, там, я не знаю, жопу чешет, еще чешет. Это как планка, что ли? Да, да, да. И ручку. Вот туда проденьте вовнутрь. Все, раз, два, все, 30 секунд. Не разворачивайся. Ну и, блядь, товарищ Гога! Можешь чередовать. 5-10 секунд прошло, другая рука. Не-не-не. Я понял, очень хороший вопрос. Кайф. И с твоим 43 килограмма. Прошу. Давай. 20 секунд осталось. Отсей чертов король. Знаешь, не забывайте. Вот, вот так вот. Да, вот. Вот эти. Эти места, они нужны для вот именно приседа. Надпочечные мышцы. Вот эти, вот эти. Да, да, да. Адреналин будет хорошо выскакивать еще. Большой, маленький. Ну куда? Теперь после качалочки, пока зампаперить можно на пляж. Не бойся, не бойся. Бога, я тебе прям. Вася, отпускай. Я тебя сейчас по яйцам пришпорю.